Бабочка, бумажный змей или Идея Леуконоя. Также мы ее называем зеброй, потому что ее раскраска напоминает это животное. Заметьте, куколки разного цвета. Одна куколка совсем желтая, это свежая куколка. И одна куколка уже потемневшая, она будет скоро рождаться. Очень красивая светлая бабочка. Обычно бабочки почти все темные, а эта бабочка имеет вот такую вот раскраску, более яркую.